Добрый день. Меня зовут Алексей Лосев, и я уже больше 20 лет занимаюсь разработкой программного обеспечения за день. В последние годы, кроме непосредственной разработки и оптимизации процессов в своей команде, я занимаюсь тем, что помогаю другим командам в разных сферах деятельности, в банках, в телекомах, в компаниях, занимающихся специализированной разработкой программного обеспечения, выстраивать процессы, улучшать их. И я столкнулся с тем, что многие не понимают, любой процесс улучшения, он должен быть основан на метриках. Мы должны понимать, какое у нас текущее состояние, мы должны принимать управленческие решения на основе данных, мы должны фиксировать новые данные, смотреть, как у нас изменилась ситуация, улучшилась, ухудшилась, и после этого планировать уже следующие решения. В рамках моего тренинга мы попробуем запустить цикл непрерывных улучшений Deming, план, do, check, act, и собрать в рамках игровых сессий метрику, посмотреть, как наши управленческие решения сказываются на ней, и обсудить, что у нас стало лучше, что стало хуже, и каким было наше управленческое решение. За 2 часа мы попробуем промоделировать 5 ситуаций. На то, чтобы это сделать в реальной жизни, конечно, бы ушли месяцы, а может быть и больше. Простая игра позволит понять, как это делать, зачем это делать. Ну и я думаю, что выводы, которые мы сделаем по итогам моделирования, будут полезны и в основной работе участников мастер-класса. Спасибо за внимание. Жду вас на своем мастер-классе.